Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Мужчина тайно женился на девушке, не сказав мне, а при этом он хочет продолжать встречаться со мной. После того, как я узнал от него эту информацию, я вызвал его на разговор, и он сказал, что как-то все спонтанно, быстро получилось. Но он хочет сохранить отношения со мной, ему хорошо со мной, хочет встречаться. Что за странное поведение, если он женился, зачем ему я? Как его понять, кто я ему? Ну, на мой взгляд, вам здесь нужно опираться на себя и на свое восприятие того, что произошло. И вся эта ситуация связана в основном с тем, что вы, мне кажется, невнимательны к себе и к своим чувствам. Я не думаю, что мужчина впервые проявил какой-то вот такой элемент поведения, который вам показался странным. Я думаю, что подобное проявление уже было, но вы как-то это игнорировали. И, соответственно, я думаю, что то, что может сделать для вас здесь психолог, это помочь вам, во-первых, прожить ваши чувства, которые у вас возникли, чувства, скорее всего, неприятные, может быть, даже травма. И второе, это выработать свою позицию. Именно выработать свою позицию, свое отношение к тому, что произошло, а не ждать и требовать от человека какой-то обратной связи. Почему? Почему так? Да потому, что человеку так удобно, человеку так комфортно, человеку так хорошо, и он будет преследовать свою выгоду в отношениях с вами. О чем он, собственно, прямо и говорит, что ему с вами хорошо, а значит, он не будет отказываться от того, что ему хорошо. Он не будет от этого отказываться. И такой скромный взгляд, это нормальная позиция для любого человека, какой бы она ни была. Да, можно по-разному воспринимать и относиться к тому, что мы здесь видим, можно по-разному оценивать, чего мы делать, конечно, не будем, такое поведение. Но, тем не менее, факт остается фактом. Человек поступил как-то, таково его видение, он этого хотел, и это реальность вне зависимости от того, кто вы для него. На данный момент единственное, на что вы можете рассчитывать с формальной, объективной точки зрения, это на позицию любовницы, потому что у него есть жена. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Желаю вам всего самого доброго и удачи.